Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net, страница 12, упражнение номер 4. Продолжу ряды чисел 51, 52, 0, 53, 54, 0. Каким должно у нас быть следующее число? 55, 56, 0 и так далее. Второй ряд. 99, 98, 96, 95, 93. Сначала у нас число уменьшается на 1, потом на 2, потом опять на 1, потом на 2. Значит, теперь мы уменьшаем на 1. У нас получится 92. А затем на 2 – 90, на 1 – 89 и так далее. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.